Преосвященнейший владыка Гурий и православные христиане, настоятели и прихожане храма Рождества Христова поздравляют вас с великим и светлым праздником Пасхи. Пусть в эти дни ваши сердца наполнятся Божьей благодатью, любовью и светом. Воспитанники детской воскресной школы приготовили для вас подарок, наполненный любовью и счастьем. Примите его. Я проснулся ранним утром и сказал: «Христос воскрес!» И ко мне в лучах спустился ангел радостный с небес. В доме пахнет куличами, угощение на столе, потому что весть благая разлетелась по земле. Светит солнце яркое в небе голубом. Мы сегодня вместе в храм святой идем. Люди улыбаются, слышат звон с небес. Верьте, чудное, ведь Христос воскрес! Светлой Пасхой, с праздником чудесным, любви и мира, Дом воскресным! Чем пахнет Пасха? Куличами, свежим воздухом весны. Все люди стая должны добрее, не зря заветы нам даны. Праздник Пасхи к нам приходит, дарит нам любовь. Ведь Иисус воскрес сегодня, говорим мы вновь. Он нам подарил надежду, научил нас жить. Доброту, заботу, нежность в душах сохранить. Люди улыбаются, слышат звон с небес. Верьте в чудо, в чудное, ведь Христос воскрес. Пасхальный зайчик побежал, кулич увидел, задорожал. Попробовать его хотел, без разрешения не смел. Конечно, разрешили, кусочек отломили. Слушайте, все люди, историю одну про воскресенье Бога, хвала вовек Ему. Ведь Он воскрес из мертвых, и с нами Он всегда. Уже не будет распят Он больше никогда. Воскрес великий Бог наш, из гроба Он восстал. Надежда воскресенья нам всем Он даровал. Клов пасхальный перезвон, пусть счастье нам приносит каждый дом. Пусть солнце светит радостно с небес. Христос воскрес, воистину воскрес!